Театральный каток установил рекорд по посещаемости. Более 10 тысяч человек предпочли провести новогодние праздники на Химкинском льду. Это абсолютный рекорд этого катка уже за все его существование. В среднем приходит 1400 людей. Мы всегда стремимся к лучшему. Мы ожидали то, что будет очень много людей. И все ресурсы выдерживают, никаких проблем нет, все успеваем, люди довольны. В этом сезоне каток претерпел качественные изменения. В дополнение к традиционному зимнему фудкорту установили кафе с панорамным видом на лед. Также впервые открылась секция фигурного катания. 10 тренеров, профессионалов помогают всем желающим осваивать коньки. Мы живем здесь рядом, буквально 5 минут, и мы здесь. Вот в этом году первый раз поставила сына на коньки. Ему безумно нравится, очень комфортно, кофейня вообще и все. Очень классно, да, здесь. Каток – это наше любимое место в Химках зимой. Мы стараемся ходить каждую неделю, никогда не пропускать. Я катаюсь с самого начала уже. Стараюсь тоже маму как-то говорить ей, чтобы мы пошли на каток, что каток – это классно, здорово. В этом году Химкинский каток признан самым популярным во всей Московской области.